Друзья, всем привет, с вами Света, и мы начинаем с вами новый влог нескольких недель. Недели оказались очень насыщенными, мы с вами вместе и сходили в лес. Сбылась моя мечта, отпраздновали там несколько праздников и побываем на концерте. И сделаем распаковку моих заказов с Озон. Покажу, где я обычно покупаю украшения, поделюсь с вами любимой своей едой. Ну и, конечно же, поделюсь изменениями во мне. Поэтому присаживайтесь поудобнее, давайте начнем. Друзья, удивительный факт. Мне кажется, что доставкой я пользуюсь только когда я одна дома. Почему? Не знаю, честно говоря. Друзья, захотелось всякой фигни, но что-то как-то вроде и хочется следить за тем, что ты ешь, поэтому решила взять протеиновые чипсы. Вот, в общем-то, попробуем. А еще здесь немножко важных девичьих дел, во-первых, а во-вторых, одни вообще из моих любимых тем, это синергетик, вот это вот мыло, и сейчас покажу самый кайф. Вот, я купила это не сейчас, но это вообще самый лучший аромат, как по мне, хочется им не только в доме в виде попшикать, знаете, чтобы было как-то приятно, но и плюсом к этому, не знаю, на себя. Поэтому, если не пробовали, то очень советую. Вообще, все их ароматы очень даже классные. В общем, такая вот доставочка у меня вышла. Ну, а всякие вкусняшки я купила не просто так. Мне нравится, когда я одна, я могу просто спокойно полежать дома, посмотреть сериалы, кто такой, пишите в комменты. В общем, друзья, я на неделе досмотрела сериал, который называется «Правосудие». Это, кстати говоря, сейчас я как-то переключусь. Пока кокос там уже лежит, банановое мороженое собачье, я вам продолжу так, а то что я все только пакеты показываю. Конечно, выгляжу так себе, сегодня занималась целый день уборкой и Лёшкой. Ну, выходной на то и выходной, знаете ли. Так вот, про сериалы. Мне кажется, я еще с вами не обсуждала мою любовь к турецким сериалам. Не скажу, что это прям какая-то ярая любовь, но я люблю Турцию, соответственно, было бы странно, если бы мне не понравились те самые сериалы. Я смотрела не так много. Мое знакомство, наверное, как у многих, началось с «Постучись в мою дверь», но мы его вообще не берем в какие-то рейтинги, потому что, ну, это просто нужно было посмотреть, чтобы посмотреть, да, скажем так. Вот. Потом я начала смотреть «Чукур», который я вам невероятно вообще советую. Я потом ездила специально в Стамбул для того, чтобы погулять по местам сериала, и была супер счастлива. Вообще легендарнейший сериал, очень-очень вам советую. Причем он невероятно популярен среди всей Турции. То есть в России мало кто о нем знает, но в Турции его очень любят. Если вы смотрели, то вот эти вот татуировки, которые они себе бьют, знак того, что ты как бы стоишь, да, с того района, по Турции они везде. Причем везде, и в Анталии мы жили, и просто в спальных районах. Дети себе рисуют тоже, при том, что сериал не новый, но это уже как такая культура. Поэтому, если вы не смотрели, я вам очень рекомендую посмотреть. Сериал очень классный. И второй ему сериал, третий, ну, из нормальных, это стало «Правосудие». И я на прошлой неделе досмотрела такие. Недавно увидела, что все, сериал закрылся, поэтому прям нагнала темп. Пришлось даже ночь одну не поспать, потому что я не ожидала, что уже последние серии. Поэтому я их посмотрела. И сейчас пересмотрела, честно говоря, уже весь YouTube, уже все надоело. И понятное дело, что нужно что-то искать дальше. В общем, я просмотрела, что бы мне хотелось. Вспомнила все рекомендации, которые были, и начала смотреть, я забыла, как называется, и начала смотреть «Зимородок». Не знаю, понравится мне или нет, в общем, напишите, пожалуйста, мнение в комментариях, если вы смотрели, посоветуйте, может, какой-то другой сериал. Я выбирала между им и «Клюквенным щербетом», то, что все как бы очень советуют. А, вот еще «Моя прекрасная семья» я тоже хотела глянуть. Может, его посмотреть? 8.3 рейтинг, еще больше. Ладно, посмотрю немного «Зимородка», а там уже, если что, перескочу. Ну что ж, друзья, всем привет из нового дня. Мы с вами вчера расстались на том, что я вам сказала, что начала смотреть новый сериал. В общем, друзья, не начинайте. Просто жуть. Я не спала до 5 утра. И сейчас понедельник на дворе.
Работы очень много, но вместо этого я думаю только о нем. С ума сойти, конечно. Но решила сейчас даже специально не буду включать. А надо сделать работу, чтобы у меня был такой, знаете, стимул. Ну, вообще, конечно, пока мы в командировке, чем еще заниматься? Вот сериалы смотрю, работаю. А, вышла за продуктами собакой погулять. И в Озон забежала. У меня тут пришла посылочка. Так что сейчас дойдем домой и покажу вам, что же я там такого интересного заказала. Друзья, ну и еще немного покупок. Потому что всегда вы спрашиваете, что же я купила. Конечно, не могла я не купить в Остине эту рубашку. Плюс к этому я хочу обратить ваше внимание. И увидела об этом в комментариях. Спасибо вам большое. Под шопинг-влогом, если не смотрели, то обязательно посмотрите. О том, что на сайте или же в приложении еще действует скидка дополнительная к распродаже. Минус 20%. Поэтому заходите и смотрите. По бермудам я тоже вас услышала. Я пока думаю, но скорее всего за ними все же вернусь. Вот. И хочу показать, постоянно вам рассказываю, что люблю белье, именно белье их, и лосины не так давно заказывала. И вот приобрела недавно трусики. Я, честно говоря, прям обожаю их, но сейчас у меня есть вопросик. Смотрите, получается за двое трусиков 2700, я была в цветном, там их покупала. Мне нравится такого формата, у меня не было совсем прям таких базовых, но прикол в том, что черные такие же. В том, что в этот раз у них прям изменилась ткань, она стала менее плотной, поэтому вот интересно, как это все будет дело обстоять. Примерю, потом вам расскажу, это просто вот такие вот стринги. Но в целом, конечно, мне качество их очень нравится, и топы, и вообще в целом то, как белье сидит, и нравятся мне эти купальники у них тоже, но по составу, видите, здесь 89 полиамид и 11 эластан, поэтому обратите внимание, как мне Паша мой сказал на Вайбересе не так давно, много трусиков тоже заказывала, и он говорит, ты же вроде, ну там, не знаю, он мне говорит, ты же вроде недавно заказывала себе задешево прям много, и они ничуть не хуже. Ну вот, честно говоря, проверим, потому что до этого я покупала, наверное, года два назад себе белье, прям меняла все в белье и ношу до сих пор и радуюсь. Посмотрим, как это будет в носке. В общем, вот еще такие вот покупочки. Так, ну и не могу не зайти в Син. Тут вообще распродажа. Я, конечно, смеялась от ваших комментариев под видео, где я показывала вообще обзор. Все писали, что Син для них это магазин типа смешные цены. Ну, блин, я с вами не соглашусь. Тут просто должна быть, знаете, такая выборка. Нужно просто знать, во-первых, что ты ищешь, и обращать внимание, конечно же, не на цену в первую очередь, потому что здесь, в принципе, все цены очень низкие. Ну, очень. Смотрите, юбка какая. Чем плоха? Вот. Ну, конечно, на качество и вообще на то, как и с чем вы это будете носить. Но хочу обратить ваше внимание, что сейчас здесь появились на распродажах даже модели, вот, смотрите, которые я вам показывала, то есть из летней коллекции. Поэтому если у кого-то, например, отпуск еще впереди, то почему бы вообще нет купить какие-то классные вещи с такой скидкой. Мы вот на прошлой неделе зашли, и всякие купальники по 200 рублей были, вот даже сейчас. Вот, вам, пожалуйста. Ну, офигеть, очень классно. О, все желтые, я вообще даже не видела такую коллекцию. Тут смотрите, как они теперь все. А, это белье. Ля Дольче Вита. Ну, вот насчет белья, конечно, я не уверена. Лифт, ладно, пофигу. А, кстати говоря, что мне здесь нравится, это пижамы. Смотрите. Очень милая пижамка, 1500 рублей. А-ля, как я люблю пижамы, все свои покупайте в твое, потому что там тоже очень дешевые, комфортные. Вот и здесь. Вот вам, пожалуйста, такой вот сарафанчик, который можно носить не только как пижаму. Или вот вам, пожалуйста, 1500 костюм. Конечно, а-ля рынок садовод, ну, то есть, как бы, там такое продается, это не вещь, рынок садовод. Вещь вообще шикарнейшая, но цена даже, наверное, дешевле. Поэтому имейте в виду, просто вау. Вот вам, кстати, и на обувь.
Я тогда порадовалась, что не купила шлепки, потому что, пожалуйста, вот они, шлепки стоят теперь 200 рублей, а не 500. Так что... И главное, что размеров еще полно. Очень круто. Я хочу подняться на второй этаж. Там этот отдел для дома всегда меня привлекает. Ну, тут вроде ничего такого нового нет с моего последнего влога, но здесь также есть распродажи. И, честно говоря, я прям вот надеюсь, что здесь что-то останется после нее. Ну, как бы, не то, что после нее, а протянется до тех пор, пока я не приеду в другую квартиру, потому что я прям хочу, знаете, скупить все. Мне, я даже не знаю вообще, что, какая квартира будет у нас, но я обязательно куплю туда новые свечи, потому что для меня это все очень важно. Если будет все это очень симпатично, я надеюсь, что нам повезет, и мы найдем красивую квартиру, то, конечно же, я захочу покупать туда всякие вазочки, полочки и все дела, тем более, что мы с вами просто... Смотрите. Ну вот, блин, зачем оно мне нужно? Ну, кажется, что нужно. 300 рублей. Не, прикольно. Всякие вот дельчики. Интересно, как это? Ну, наверное, просто для этих 200 рублей. Класс. Знаете, куда-нибудь ванну для полотенчиков. Или для мелких каких-то, не знаю, штучек. Вот такие темы тоже очень люблю. Поэтому показываю вам. От какое сердце, знаете, отрываю, потому что вот эти мне нравятся очень для масла. Потому что себе все хочется. Ладно, пошла я дальше. А какая? Люблю такой размер кружек. Друзья, ну вот, наверняка это будете увидеть после. Но все-таки это вам про то, что как сложно снимать вытяжки иногда. Я вот сняла, уже уходить, но не могу уйти без вещичек. Еще решила пройтись и посмотреть что-то для себя. Ну, короче, не смогла я без покупок, но попыталась максимально осознанно. Купила себе лонгслив белый и брючки. Так что вроде все окей. Причем тоже сейчас оплачивала 1600 за вот это. Ну, просто вау. И хотела подняться на второй этаж, вам показать. Я тут недавно с мужем была, но ему мало что здесь подходит, не знаю, не нравилось. Но я попала в детский отдел и просто офигела. Сейчас я вам покажу. Напишите, кстати, много ли у меня мамочек в комментариях. Здесь такие милые вещи. Я мимо проходила, чтобы в примерочную сходить, и просто офигела. Здесь, кстати, тоже сейчас распродажа. Чего только нет. Вон босоножки по 600 рублей. Вещи прям очень симпотные. Я прям не могу. Понятное дело, что есть всякие такие, типа то, что нравится детям, да, то, что нравится взрослым. Всякие очень стильные базовые вещички тоже имеются. Только посмотрите на эти балетки. В общем, если у вас есть детки, то обязательно заходите. Посмотрите на эти тренчи, на эти куртки зеленые. Вот, к примеру, 1300, друзья, тренч. И куртка тоже классная. В общем, очень и очень милые вещички. Не зря мне Рея напоминает вообще H&M. И когда я поднялась и попала в детский отдел, я прям, знаете, вот у меня в голове это все такое, ну, точно, понятно, на кого они сейчас нацелены. Ну что ж, всем привет, друзья, из нового дня. Вот и настал тот день, когда наконец-то я поеду краситься. А на самом деле, я красилась не так давно, вы видели это во влоге. Мне кажется, что-то перед днем рождения, то есть в конце мая. И, в принципе, волосы у меня еще неплохие. Если бы я ехала сейчас краситься к тому же мастеру, о ком, кстати, вы много спрашивали после того самого влога, то я бы, скорее всего, просто затонировалась. И если бы не моя болезнь, я бы на самом деле и ездила затонироваться, потому что все время приносила. Но в то же время сейчас я решила, что для меня
на мой взгляд, сейчас я какая-то очень темненькая. То есть обычно, знаете как, зимой я стремлюсь больше к тому, чтобы получился более такой натуральный эффект, а летом мне хочется быть более светлой. И сейчас я ощущаю себя больше, знаете, русой какой-то, чем блондинистой. Мне, конечно, в принципе, тоже все нравится, как это выглядит. Напомню, у меня AirTouch. Из-за этого нет какой-то разрозненности. Это тот способ, когда феном выдуваются волосы, и, соответственно, из, я не знаю, всей пряди, если взять, то выдувается и окрашивается не так много. Вот, соответственно, что мы имеем? Вот такую вот тему. У меня, видите, как сильно отросли корни. У меня довольно быстро растут волосы. С мая месяца, с конца, ну то есть за 2 месяца почти, у меня вот отросло настолько. И чем мне нравится AirTouch, это то, что обычно вот эта граница, она не сильно заметна, ну то есть волосы отрастают довольно плавно. Здесь же, например, сейчас я не сильно довольна последней работой мастера, потому что, ну, я думаю, что даже на видео видно, что полоса все-таки присутствует, поэтому... Поэтому я сегодня решила поехать к другому мастеру. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, друзья, именно под последним видео много комментариев о том, что было бы здорово, если бы вы показывали в конце, что вы купили. В общем, напишите, во-первых, свое мнение на этот счет. Но хочу сказать так, что я не всегда все покупаю. Я все-таки человек, который больше сейчас за разумное потребление. Если бы я покупала все, что я показывала, вы простите, но... Я не знаю, где мне это все хранить, да и как бы незачем. Но что-то все-таки я покупаю, и чаще, мне кажется, показываю вам здесь во влоге. Вот, например, с последнего видео лонгслив. Ну, конечно, я не могла уйти без него за 600 рублей из Ре. Просто великолепие. Плюс к этому я купила те коричневые брюки. Кстати, сегодня их надеть, но что-то на улице погода какая-то непонятная. Мне нравится, как она с тапочками смотрится, не знаю. В общем, решила в джинсах. Я сейчас быстренько покажу, что на мне надето. Очень такой быстренький обувь. Кроссовочки. Вот так вот мы сегодня выглядим. Погнали. Так давно не была на Автозаводской, уже и забыла, что здесь самое большое количество магазинов ткани. Если кто вдруг не знал, помню, сюда раньше часто приезжали, вообще на зеленой ветке жили, и сюда часто приезжали за тканями с мамой. Тут такая ностальгия небольшая взяла. Ладно, я уже подхожу к салону. Ну что ж, друзья, не хочу утомить. Давайте я вам покажу, что же вышло. Та-дам! Только посмотрите. Мне так сильно нравится. Я не стала уже там снимать. Хотела быстрее доехать домой. Ну и показываю вам и до, и после в одном и том же месте. Немножко с разным освещением, но все-таки мне очень нравится. Я еще брала длину. Даже без этого. Вообще, не, знаете, не, абсолютно не переживаю насчет длины своих волос. Для меня важнее, чтобы волосы были ухоженными. Поэтому сказали, сколько можно резать, а будет сколько надо. Мне не жалко. Также они все длинненькие и красивенькие. Получилось намного, ну, как мне кажется, светлее, чем я была. И мне невероятно нравится. Друзья, как это все аккуратно. Настоящий AirTouch. 4 часа заняла процедура, но это все равно в 2 раза меньше точно, чем в прошлый раз. Смотрите, какие красивые корни, как это все красиво, боже мой. В общем, я невероятно довольна, очень мне нравится. Вот всегда так, знаете, ходишь-ходишь, кажется, ну ладно, вроде еще нормальные волосы, вроде все нормально, но это до тех пор, пока ты не покрасишься вновь, потому что сейчас понимаешь разницу. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Светлее или же темнее, как нравится больше. Но я невероятно довольна.
Друзья, всем привет из нового дня. У меня сегодня необычные покупки на ВВ. Смотрите, какой охлаждающий жилет я купила для собачки. Будем пробовать. И вот такую вот необычную штуку. Короче, это надевается на бутылку разных размеров и используется как это называется, подозированная, чтобы, знаете, как умывальник. Нажимаешь, вода льется. Вот такая тема. Ну, мои покупки неспроста, особенно эта зеленая штука. Короче, наконец-то будет моя мечта. Я так давно хотела с палатками в лес. Мы очень давно не ездили уже так с родителями. А в Подмосковье, кстати, никогда. Поэтому я прям предвкушаю. Единственное, обидно для меня, что муж мой с командировки не успевает вернуться, но, может быть, к нам после присоединится. В общем, я бегу уже собираться, буду показывать вам. Забегает такой. Такой спёс готов. Я тоже. Короче, кажется, как будто бы я надо собралась. Но просто там из разряда вещей теплые и очень теплые. Ну и холодные, потому что мало ли еще получится, не знаю, в речке поплавать, кто его знает. Но на деле мы едем всего на ночь, потому что завтра у меня концерт. К сожалению, так все сошлось, поэтому сегодня специально родители поехали ради меня. Сегодня, а не завтра, как планировали изначально. А завтра уже все присоединятся. Такой план. Что за экстрим? Ой, давай неси. Таня, мы отсюда вещи переносим, скажи папаше. Внедорожник. Оля, мы не вы. Уходи, Максим. Офигеть. На воздухе чисто. Ну что ж, мы расположились. У нас здесь АК прекраснейшая. И одна часть семьи. Начинаем обустраивать наш лагерь. Ой, я так рада вообще. Ах, ты кокос. Ты такой счастливый пес. Опухшие, друзья. Все равно так приятно, так хорошо. Сейчас покажу. Такая здесь у нас красота. Там уже кто-то на Оке ловит рыбу. И здесь у нас пока что две палатки. И сегодня ждем остальных. Очень классно. Кстати, вообще не холодно было спать. Соли принеси. Делает. Вы кто такие? Технологии, мы вас не звали. Евгения, мы тебя любим очень. Расти большая. Ура! 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 Друзья, во-первых, я впервые в Олимпийском. Размах просто обалдеть какой.
Очень круто, друзья. Ну и Агутин, конечно, огнище. А еще, друзья, хочу сказать, что никогда не нужно уходить до завершения концерта. Я прям не люблю эту всю тему. Вы и так будете толпиться, поэтому лучше спокойненько проведите время свое, дослушайте. Потому что, вот, например, сейчас и очень много такое... Вот, поют. И часто такое бывает, в общем. Сейчас тоже Агутин уже ушел, а потом вернулся и спел еще две песни, что было очень и очень приятно. Так что я в полном восторге. Благодарю мужа за прекрасный подарок нам со супругой. Очень. Агутин, конечно, музыкант, кайф. Ну, а тут я вам еще раз хочу показать олимпийский. Просто вау. Друзья, бывает у меня такое, что прям скучаю по Турции. И в эти дни очень выручают меня любимые магазины. Решила зайти в Мадам Коко. Здесь, получается, на первом этаже текстиль, а на втором этаже посуда. Кстати говоря, магазин всегда почему-то пустой. В России его не так знают, как в Турции. Да и в Турции, в принципе, туристы всегда заходят. Но если вы вдруг не знали, то вся посуда, которая есть, и не только посуда, вообще на весь ассортимент всегда действует еще 50% скидка. Поэтому цена указана не конечная. Мне очень нравится. Все, я покупала здесь свою квартиру в Турции. Именно в Мадам Коко. Вот такие вот темы. Смотрите, какая турка. У меня была такая же, только маленькая кастрюлька в Анталии. Вот, смотрите, набор кастрюлек. И, скорее всего, еще скидка к ним прилагается. Ну, очень красивые кружки. И размер, кстати, тоже очень даже приятный. Давайте по цене посмотрим какой-нибудь. Смотрите, вот кружка стоит так 1300. Дороговато, конечно. В Анталии когда-то мы на 5000 накупили всего. Но здесь еще 50%, поэтому считайте сами. Вот кофейные наборы тоже такие красивые. Есть. Еще напишите свое мнение. Как вообще вы заходите ли сюда? По-моему, сейчас Мадам Коко есть только в ТЦ Коламбус. И вот бокалы тоже очень красивые. Вы знаете, как я все это люблю. Ну и текстиль, конечно, куда без него. И полотенце постельное здесь классные. Ну вообще очень красиво. Чайники очень красивые тоже. Интересно, можно ли их ставить на огонь? Мне кажется, да. Вот, на скидке 1700. Вот эти классные, с облепихой. Раз уж я сегодня скучаю по Турции, то покажу вам местечко, где мне очень нравится брать суп чечевичный. Называется Гавана. Такой же есть и в Турции, но тарелки там вкуснее, чисто потому, что у нас невкусные овощи, несмотря на то, что сезон. Но здесь самый вкусный чечевичный супчик, прям точь-в-точь. Такой у нас семейный обед сегодня. Вот он, тот самый суп. Слушайте, ну прям очень вкусный. Все как надо подается, с лимоном. Ну еще вместо хлеба сухарики. Не помню, показывала или нет, вот на втором этаже есть такси, называется. Тоже очень мне нравится то, как там вообще кормят, один в один, как в Турции. Но мне нравится там обед, уже мы не успели, поэтому вот сегодня здесь. Запоминайте. Также я зашла в Соколов. Часто у меня спрашиваете, где я беру все свои украшения. В общем, я люблю серебро, ну, либо белое золото. Но серебро на такие случаи самое вообще то. И вот Соколов, Sunlight, очень выручает. Есть много всяких таких симпатичных. Смотрите, сердечко мне нравится. Вот такое вот у меня тоже есть. 4000 рублей. Сейчас ищу себе кольцо на указательный палец. Сюда не могу носить что-то широкое, поэтому смотрю что-то тоненькое. И вот тут, конечно, есть прикольные модели. Ну, в общем, за 3000 максимум можно что-то найти. А тут еще, вот видите, и скидка вдруг вам тоже нужна. Еще мы с мужем два таких. Вот он тоже все примеряет. Ну что ж, чтобы подкрепить наш турецкий день с вами, зашли в Дефакто или ДФ. Здесь сейчас такая распродажа.
последнем обзоре показывала вам платье это. Очень симпатичное. Интересно, что почем сейчас. Потому что, например, жакет льняный сейчас стоит 3000 рублей. Очень хорошая стоимость. Так, платье, походу, сейчас по 1000. Не вижу целиком. Я вот... Вот 1500, смотрите. Я все хожу, ищу. На обзоре показывала платье-футболку. Тогда, блин, не купила. И с тех пор, я не знаю, несколько раз на неделю здесь бываю. И не могу его найти, к сожалению. Поэтому вот так вот. Нашли что-то, покупайте сразу. В общем, тут вот выведены топы по 400 рублей. Сумочки по 2000, по 1900. Ну, какое платье красивое, вязаное. 2000 рублей. Очень красивый цвет. И топы такие есть. Такие даже, честно, не видела в летней коллекции. Ну и купальники, понятное дело, уже тоже по скидке. Вот. Трусики по 600 и по 1000 вверх. Шлепки. Вот этот красивый вам показывала, но он, по-моему, сейчас еще не на распродаже. Вот такой вот небольшой обзорчик для вас. Прям все, мне кажется, с красными ценниками. Так что заходите, тоже смотрите. Джинсы симпатичные, шорты по 800 рублей. И топы вязаные. Люблю такие, по 1000. В эти джинсы еще глянем. Потому что джинсы здесь хорошие. И я свои просто вообще не снимаю. Джинсы стоят сейчас вообще 1300. Вот, тоже классные. 1600. Просто вау, друзья. Просто вау. Джинсы отпад. И цены на них тоже. Ну и заскочили в Ascona Home. Ходим с Пашей. Смеемся, что вот в такую бы квартиру нам ехать. Походу, скоро мы сюда только и сможем-то переехать. Симпатично, конечно, тоже все это дело. Блин, как хочется уже реально. Вот так вот поищешь квартиры эти съемные, и так хочется уже что-то свое. Но глядя на цены, друзья, понимаю, что ну, это полный трындец. Что цены на квартиры, что и мебель. Ну что ж, друзья, я благодарю вас за просмотр этого видео. Напишите в комментариях обязательно, если вы досмотрели его до конца. Также я прошу вас не теряться. С Ютубом происходят в последнее время какие-то вообще странные темы. Но и переживать тоже не стоит. Я уверена, что это все временно. Но в любом случае, подписывайтесь на меня в других социальных сетях. Давайте общаться и знакомиться поближе. Я желаю вам, как всегда, отличного дня и отличного шопинга. Пока-пока.